Медицинское обследование прямо на рабочем месте и не только. В столице уже 2 года работает проект «Выездная поликлиника». А вот в чем его преимущество, узнаем прямо сейчас. Организатором данного проекта является городской центр здоровья. Изначально проект «Выездная поликлиника» проходил в рамках акции «Здоровый фитнес». Врачи контролировали основные показатели здоровья у посетителей до тренировок и после. Мы выходили на спортивные объекты, смотрели состав тела людей и пришли к тому, что это актуально, востребовано, и такую инициативу необходимо продолжать. И поэтому вот с 2022 года на постоянной основе на крупных торговых объектах, спортивных, неких таких интересных на самом деле местах, где большое количество людей и проходимость, мы выезжаем такой мини-выездной поликлиникой. На таком объекте работают 3 основные площадки – научная, консультативная и информационная. Любой желающий может пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и не только. После чего специалисты расскажут о результатах пройденного исследования и дадут консультации по ведению ЗОЖ. Для того, чтобы определить, какой объект будет в перспективе, мы изучаем заинтересованность населения в данной консультации. Конкретный момент. То есть, если мы видим, что больше посещают людей торговые центры, то мы выезжаем в торговый центр. Если есть востребованность в спортивном объекте, какие-то спортивные клубы, то мы выезжаем туда. И стараемся, чтобы ежемесячно 2 района города участвовали в данной инициативе. Перед обследованием врачи выдают участникам проекта «Выездная поликлиника» паспорт здоровья, а также анкеты. Это 5 вопросов. Там, какой у вас режим дня, что вы едите на завтрак, какая у вас физическая активность. То есть это такие мини-вопросы для того, чтобы специалист потом в последующем мог задать какие-то конкретные, четкие вопросы для уточнения состояния здоровья обратившегося. Проект «Выездная поликлиника» направлен на профилактику неинфекционных заболеваний. Давление 147 на 80, высоковато, 60, нормально. Обычно на месте мы смотрим состав тела человека, то есть это масса тела, рост, сколько жидкости в организме в данный конкретный период времени, масса костей, жировая масса, для того, чтобы определить общий колораж, белки, жиры, углеводы для данного конкретного человека. Опять же, состояние сердечно-сосудистой системы и насыщение крови кислородом. В ряде случаев мы выезжаем с электрокардиографом и эндокринологами для того, чтобы посмотреть и состояние эндокринной системы. После прохождения обследования человек получает заполненный паспорт здоровья. Зачастую участники проекта хранят его, приходят через время на другую акцию и сопоставляют свои показатели с прошлыми. Городской центр здоровья уже поделился со своими коллегами из регионов идеей проекта «Выездная поликлиника» для того, чтобы они подключились к данной инициативе.